Добрый вечер, дорогие гости! Мы рады приветствовать вас на концерте «Гармонь. Душа России». Напрасно кто-то рассмеется. Сейчас во многих городах даже не знают, как зовется та, что держу в своих руках, та, что дрожит в моих ладонях, лишь только пальцами коснусь. Эх, а было время, на гармонях играла вся Святая Русь. Сегодня перед вами выступает учащийся 3 класса детской школы искусств Селезнев Игорь, класс преподавателя почетного работника культуры Новосибирской области Майсны Татьяны Васильевны. Иоганн Себастьян Бах, хорал. Нас возвращает мысленно назад. Людвиг ван Бетховен, сонатина. Thank you.
страны героев, гениев, творцов, родник любви, славянская природа, забава наших дедов и отцов. И я опять шепчу без сожаления: неси свой крест, гармошечка, неси, ведь без тебя не будет воскрешения святой великой матушки Руси. После труда в часы досуга или у праздного стола гармонь, любимая подруга, нам верной спутницей была. Евгений Дербенко, «Свита в трех частях». Вот какая песенка «Грустный день» наигрыш. Девчата гулять, не поют над рекой баяны, гармонистов с огнем не сыскать, половодье бессмысленных песен под нелепым названием попса, как сырая зеленая плесень, затянула России глаза. Занавешаны окна и души, нету веры в сердцах у людей, и нависли бедой грядущей облака над страной моей. Но она одолеет бессилие, как царевна из пушкинских строк. Пробудится, воспрянет Россия под гармошки лихой голосок. Евгений Дербенко, «Задушевный разговор». Thank you.
бездну враги террористы, прихватив свою злобу с собой. И пройдут по земле гармонисты, как солдат победной весной. Встанет солнце и высушит плесень, что мешает нам счастливо жить. И воскреснет Россия из песен, а иначе не может и быть. Этюд номер 37. Шаг, спина прямая, четкий взмах руки. Я бегу с колонной рядом, тоже строй хочу. Вы меня с собой возьмите, громко я кричу. Улыбнулись мне ребята, нам не по пути. У тебя своя задача, мир гармошки растяни. Василий Башко, матросский танец «Яблочко». Thank you.
звала. Гармошка выжить помогала, средь равнодушия и зла. Она столетия копила в себе энергию людей и очень бережно хранила мотивы стороны моей. Когда пришли года лихие, запахло в воздухе войной, на фронт ребята молодые гармошку везли с собой. Десятки верст промчавшись в танках, пройдя сквозь тысячи преград, гармонь в окопах и землянках лечила музыкой солдат. Константин Листов в землянке. Родная, как мать, близкая, дорогая. Мы помним, как под гром салюта на весь поверженный Берлин Катюшу пели все солдаты у стен рейхстаговских руин. Блантер, Катюша. Текут, казаки давно живут. Гордый и лихой народ заслужил себе почет. Храбрость, мужество, отвагу на своих плечах несет. Честью с детства дорожат, любят хорить же ребят. Из лозы корзины вьют, песни звонкие поют. Память предков охраняют, веру в Бога почитают. И обычаи свои сохраняют на Руси. Обработка Головко, кубанский стос.
учащийся 2 класса детской школы искусств номер 22, Мирошниченко Александр. Ровно год назад Игорь и Саша попробовали сыграть вместе, и эта идея им очень понравилась. Одна гармонь хорошо, а две лучше. Так и зародился ансамбль «Гармошечка». На сцену приглашается Селезнев Игорь и Мирошниченко Александр. Встречайте! Белорусская народная песня «Перепелочка». Догоняйка. Я громко говорю опять, играй гармонь на зло стихии, воюй за правду и добро, в тебе живет душа России, природных звуков серебро. Неси, как знамя развивая, культуру нашу над собой, и весели, не уставая, сердца частушкой озорной. Евгений Дербенко, «Простая кадриль». Thank you.
никогда не угасают гармонии удаль и задор. И пусть тобой украшает национальный наш фольклор. Дорогие друзья, на этом наш концерт подошел к концу. Спасибо, что провели этот вечер с нами. А мы не говорим вам до свидания, а говорим до новых встреч. Спасибо.